Всем привет, с вами Алексей Буриков и вы находитесь на канале компании Праздник Мастер. Сегодня в нашем видеообзоре мы разберем новые две фигуры, которые есть у нас. Давайте скорее надуем, это тема динозавры. Раскрываем. Оп. Достаем первого динозавра, распаковываем. О. И у нас он вот такой. Я думаю, что это подойдет даже ближе к Хэллоуину. Давайте скорее надуем. Он идет как под воздух, так и под гелий. Для этого нам понадобится профессиональная насадка для фольгирования шаров. Насадка для фольги. И надуваем. Этой насадкой вы всегда надуете шар того объема, вы не сможете его передуть. Когда шар будет полный, насадка автоматически перестает подавать гелий в шар. Надуваем. Все у нас надуто, и насадка перестала подавать гелий. И теперь привяжем нашу веревочку, желтенькая здесь больше присутствует, мы сделаем в цвет. Мы с вами надули такого милого динозавра, и давайте перейдем ко второму. У нас вот такой. Скорее его вскрываем, прям хочется надуть. Разворачиваем. И это у нас круглый шар тропики. То есть в тему подойдет. Для этого фольгированная насадка. Вставляем вакуум. Надуваем. Шар полный. И я думаю, что нам подойдет тоже желтенькая лента. Закручиваем, завязываем, сегодня мы с вами рассмотрели вот такие два красивых интересных шара от компании Граба, поэтому рекомендую, с вами был Алексей Буриков, подписывайся на канал компании Праздник Мастер и будешь всегда первым в курсе, до новых встреч!